Стиль жизни представляет. Микро-макро город улик – это кооперативная детективная игра, в которой игроки вместе решают загадки на большой карте. В игре есть 16 запутанных уголовных дел, каждое из которых необходимо разложить по конвертам. Затем на столе размещается карта города, а игроки выбирают дело для расследования. Один из игроков назначается следователем и читает вслух текст с первой карты, а на второй карте указано ваше первое задание. Задача игроков – найти подходящую сцену на карте города. Справились с заданием? Тогда следователь переворачивает карту и сверяет сцену. Ответ верный? Тогда следователь показывает карту всем и зачитывает текст вслух. А если ошиблись, то следователь сообщает всем об этом, и поиски продолжаются. Для победы необходимо решить все задания данного дела. Правила также предполагают продвинутый режим игры. Чтобы разгадать каждое дело в городе улик, внимательно осмотрите место преступления и проследите за всеми сегодняшними перемещениями жертв и бандита.